Славный праздник наступил, заводи автомобиль, по дороге, по прямой, путь лежит тебе домой. Буду там тебя хвалить и подарочки дарить, ведь сегодня праздник твой, ведь сегодня ты герой. Ты водитель, добрый путь, славен пусть твой будет труд. Эти стихи прозвучали для всех и для каждого присутствующего в зале. Более 500 представителей этой профессии выезжают ежедневно на линию, в основном на промыслы Лангепас нефтегаза. Водители УТТ и нефтяники – давние партнеры. Одни без других работать не могут. Этот тандем и есть причина стабильности на предприятии. Завтрашний день можно планировать, есть у нас работа, есть стабильность, и можно строить планы на будущее. Спасибо всем вам за ваш труд и всех вас поздравляю с наступающим нашим профессиональным праздником Днем работника автомобильного транспорта. Все производственные показатели за 9 месяцев нынешнего года в управлении выполнены. Нет сомнений, что и по итогам года никаких отставаний не будет. По словам Владимира Некрашевича, директора УТТ, сотрудники к профессиональному празднику получат премию. В планах, причем самых ближайших, увеличение заработной платы. Такие новости не могут не радовать коллектив. Я вам желаю нагрузки минимальной, ровных дорог, поворотов только плавных и в лучшую сторону вашей судьбе. Спасибо вам за работу. С наступающим вас праздником. День автомобилиста – это не только праздник водителей, но и всех, кто задействован в производственном процессе. Инженерно-технические работники, вахтеры, уборщики служебных помещений, диспетчеры, медицинские работники, а также бухгалтера, кадровики, руководители. Одним словом, все, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Более 50 человек в этот вечер поднялись на сцену, чтобы получить заслуженную награду. В их числе Алексей Цветков. Его портрет будет размещен на доске почета предприятия. Мне приятно, когда разместят фотографию на доске почета. Но я считаю, что это заслуга не только меня, но и всего предприятия. Также молодых специалистов, которые вновь пришли. Лангепасское УТТ – это большой коллектив профессионалов. В управлении сложилась хорошая традиция – приходить на праздничные мероприятия со своими родными. Мы пришли для того, чтобы посмотреть, как награждают нашего мужа и папу, Цветкова Алексея Васильевича. Он с 2001 года работает в этом предприятии. Наш папа самый лучший водитель. Такая оценка дорогого стоит. На предприятии действительно трудятся лучшие шоферы. Участвуя в конкурсах профессионального мастерства, они показывают чудеса вождения. Причем не только те, у кого за плечами тысячи километров по дорогам Западной Сибири, но и те, кто пришел в профессию совсем недавно. Так Игорь Тимофеев устроился в УТТ после окончания Лангепасского политехнического колледжа и уже доказал свое мастерство на конкурсе среди молодых специалистов. Стал первым. Для меня это вообще впервые, первый раз участвовал, так с ребятами, с мужиками пообщаться, поделиться опытом. Получилось? Да, получилось. Водители Лангепасского УТТ дружат со спортом. Активные участники городских соревнований и спартакиад среди коллективов СНТ. Причем они не только завоевывают медали, но и умеют сами профессионально организовывать чемпионаты и турниры, что отмечает вышестоящее руководство. В коллективе много талантливых сотрудников. Они выжигают, мастерят из дерева, вяжут, шьют. И с удовольствием накануне праздника принимают музыкальные подарки от творческих коллективов города. Алина Нощенко, Андрей Бучинский, специально для новостей.